набор на тонирующий мусс, активатор цвета от Сьос. Мне очень интересно, как он работает или работает ли он вообще. У него есть 4 оттенка для блондинок или для красных оттенков, как вот у меня, для русых и для черных. Выбирай любой. Было бы круто, если бы был цвет еще розовый, синий и зеленый. Я бы хотела каждую прядку разными цветами попробовать. И было бы, наверное, очень радужные волосы. Итак, что нам пишет производитель? Легко наносить без перчаток, многоразовое использование. Обновите цвет волос, пока вы принимаете душ. Без смешивания, без перчаток. Легко дозировать и распределять. Бережная формула не повреждает волосы. Подходит даже для ежедневного использования. Во, как замудрили! И еще здесь есть примечание. Время воздействия 3 минуты. Обновление цвета 10 минут. Тонирование. Мне кажется, пришло время мыть голову. Ну что, поплыли? Перед нанесением баллончик нужно активно встряхнуть. Выдавливаем на ладошку. И мажем на волосы. Какая она крутая. Круто! Посмотрите, какой красивый цвет! Выдавливаем на ладошку и проводим по волосам. Какой красивый цвет. Круто! Вот это да! Это такое легенькое, такое мягкое. Круто! Еще никогда так не красилась. Это очень круто красится так. Первый раз так крашусь, и так круто! Я себе делаю укладку пенкой. Пенная укладка. Мне очень интересно, что получится. Первый раз так крашусь, мне очень понравилось. Еще и не красилась так никогда, и круто очень. Так легенько, когда она такая легенькая. Я распределила пенку по всем волосам. Теперь ждем 10 минут и смываем. Мне интересно, что же получится. Не зря же у меня такие красные руки. А пока я жду, я вам хочу кое-что рассказать. Я знаю, что многие люди против того, чтобы девочки красили свои волосы. Но вот что я думаю. Как хорошо, что есть вот такие вот бальзамы, которые смываются. Это лучше и безопаснее, чем стойкие краски для волос. Мне кажется, девочки моего возраста хотят меняться, например, постричь волосы или покрасить. Но некоторые родители запрещают им это делать. Как говорят психологи, нужно идти за ребенком, его интересом. Я хочу сказать спасибо большое моим родителям за то, что они меня во всем поддерживают. И я это очень ценю. Прошло, наверное, уже 10 минут.
Пойдемте смывать голову! Я смыла пену и высушила волосы. И что я вам скажу? Даже после первого использования я вижу результат! Мои волосы приобрели красноватый оттенок, как и мои руки. Давайте посмотрим, что будет после второго и третьего раза нанесения. После второго раза волосы немножко покраснели. А вы посмотрите на мои руки. В инструкции говорили, что можно красить без перчаток и что руки не покрасятся. Ни капельки не покрасились. Третье нанесение. Цвет стал более насыщенный, более яркий. И посмотрите, какое невероятное сияние! Волосы просто переливаются. Волосы приобрели очень красивый оттенок, здоровый блеск и мягкость. Я советую этот продукт всем, так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я вас очень сильно люблю и целую. Пока-пока!